Я понимаю, что ни один израильский араб в День независимости не выбегает на улицу, чтобы отметить свое поражение. Я это понимаю, потому что араб живет в государстве, в котором есть закон о возвращении, который применяется только к евреям. И он совсем не рад этому, и я понимаю, что Израиль станет западной демократией, которая гарантирует арабам и евреям равные политические права. И что однажды они станут большинством, и тогда еврейского государства не станет. Потому что ни один араб, ни один уважающий себя араб, а они все уважают себя, у них у всех есть национальная гордость, ни один араб, получив большинство, никогда не согласится жить в государстве под названием «еврейское». И тогда закон о возвращении будет уже для арабов, что совершенно правильно, потому что это демократия. Вот в чем проблема.